Друзья мои, всем добрый день! Мы сегодня находимся в парке Ривьера. Посмотрите, какой у нас сегодня чудесный день. У нас сегодня солнышко, а я вообще-то вам хотела показать, какие розы здесь цветут. Смотрите, какая прелесть. Видно? Сегодня такой теплый, замечательный день. Мы пришли с Рамульком, с Алюшей. Гуляем. Рома, поздоровайся. Рома балуется. Вот здесь есть такое у нас замечательное, красивое место, где мы всегда-всегда фоткаемся. Сейчас я вам покажу. Пальмы. Вот они. Вот они, пальмы. Красивые-красивые. Сегодня я вам покажу, куда мы сегодня сходим, что увидим. Вообще место удивительное. Здесь только сегодня много деток. Откуда-то их привезли, может быть, интернат или я не знаю откуда. Картины. Сейчас будем ходить гулять. Я вам все покажу. Пошли. А вот и Дед Мороз со Снегурочкой. Нам фото к нам тоже проходите в честь праздника. Всем печатаем, дарим готовую фоточку на память. Дарим небольшое фото, на котором принимается. Трогаем, да? Чтобы монетки были у нас. Все, монетки будут? Деньги будут у нас? Да. Можно мне? Поздоровайся со всеми. А вот, можно мне, пожалуйста? Можно. Бабуль. Давай. Держи. Держи. Я держу. Держи. Разговаривай. Здравствуйте, подписчики бабули. Мы сегодня гуляем в стенд. Да, мы сегодня гуляем. Куда мы сегодня пришли? Давай. Куда мы сегодня пришли, говори. В Сочи приехали мы с мамой. Ага. Все, репортаж провел. Ой, мама, ты меня еще ждешь. Погуляй, где? Такой он красивый парк Ривьера. Весь в зелени. Thank you.
Все, поговорим. Вот такая сегодня активная река Сочи. Прошли дожди. Смотрите, как поднялась речка. И вот еще обещают, что скоро будут еще дожди. Небушка темное какое. Что, Рома? А мамочка, там ее можно посмотреть. А что она уже Вон туда, Ром, на педальки. Бабуль, давай одно время. Давай. Я с той стороны, ты стой. Ай, они встречают, что ли? Ладно, давай, давай. Приятного аппетита, мамуль. Спасибо, моя хорошая. Ну что, мы сегодня приготовили вот, которую фунчосу вчера взяли в магазине. Ну, дочь, ты прокомментируй, я не готовила. Готовила дочурочка. Какую-то вкуснятину такую приготовила. Покажи, пожалуйста, поближе. Мне так это нравится вот все. Вот вкуснятина с курочкой. Ну что, мы берем курочку, просто режем на мелкие кусочки, брусочки. Обжариваем ее немножечко, потом мы добавили соус терияки. Мамуль, покажи, какой соус. Какой соус вкусный. Ну, в принципе, можно и соевый. Я нашла терияки, мне он больше нравится, поэтому добавили терияки. Не такой он острый, он такой какой-то кисло-сладкий. Сладенький, да. Вот, а прежде чем обжаривать курицу, мы замочили на 15 минут фунчозу горячий кипятком. Просто кипятком, мы его не варили. Все, потом все это мы соединяем, получается такая вот штучка. Вот можно наложить на тарелочку и сверху посыпать кунжутиком. Такой необычный. Все, у меня уже слюнки текут. Я вам честно скажу, я первый раз такое блюдо ем. Ну, прям хочу сказать, как в ресторане сидим, кушаем. Спасибо. Да, спасибо, доченька, очень вкусно приготовила. А еще вот эта наша капуста, у меня на канале есть вот эта маринованная, которая капустка. Тоже очень вкусная. 5 минут готовится, а вкус потрясающий. Так что, ну, в общем, прорекламировали вам эту фунчозу. Угу. Всем приятного аппетита и нам тоже. Угу. Ой, опа. Олечка, что-то ты колдуешь здесь. Колдую. Что это такое? Попробуем сделать салатик. Можно мне уже попробовать? Что-то вроде корейского салатика. Можно мне уже попробовать? Подожди, да оно еще не готово. Рома, еще рано. Это рисовая лапша. Мама тут колдует и что-то делает. Она вообще безвкусная будет. Оля, пусть пробует. Ты мне такую готовишь, но без вот этих, без специй. Без специй? Ну такую готовить. Ты попробуй сначала, понравится тебе. Это фунчоза называется. Вот так вот. Так, Алюнечек, ты расскажи, что ты хочешь сделать? Я хочу салат сделать корейский с фунчозой. Вот сейчас мы еще натрем сюда чесночку. Ты чесночок? Ну, я натру! Ой, помощник, ну куда же мы без этого помощника? Да ты же мой золотой! Так, а что там в составе этого салатика у нас? В составе мы натерли уже немножечко морковки на корейской вот этой вот терочке. Ага. Ой, понравилось, Рамуль? Немножечко огурчика, один буквально огурчик, свежий. Одна морковка свежий, да, ага. И перчик. Морковку мы
сначала пошинковали, немножко помяли, чтобы он дал сок. Сок. Все, вот сейчас буквально 7-9 минут фунчоза была в горячей воденьке, в кипятке, как бы. Ну, да, а, в кипятком нужно залить ее, ну, да? Да, кипяточком залить, чтобы она постояла, немножко настоялась. Все, вот мы ее сейчас соединяем, немножко чесночка добавим. И заправочку нашу. Будем пробовать чуть позже, что получится. Молодец, моя хозяюшка, как ты меня радуешь, такие вкусняшки всякие делаешь. Сегодня, кстати, обед был изумительный. Мне так понравилось вот эта фунчоза с курицей, вот в кисло-сладком соусе. Прям прелесть. Терияки. Терияки? Терияки. Терияки. А это что такое? А это вот заправка специально для фунчозы. Да ты чё? Смотри, как она разглиняется вот так. Ах ты. Сейчас какой-то. О, такой, а ну-ка типа, дай-ка я заправочку посмотрю, что это такое. О, корейская заправка для специально для фунчозы. Да. Это вот ты сегодня что искала в магните? Да. Ну, я не искала, она мне как-то попалась. Попалась случайно. Глаза, да. Я помню, что мы с тобой на 700 грамм салата. Да, да. Ух ты! Вот. И сколько это настаивается все? Так, написано, что 2 часа она должна настаиваться, потом мы ее еще раз мешаем. И, в общем-то, можно употреблять. Да. Я так понимаю, что до утра теперь будет стоять. Ну, видимо, да. Может, моя хозяюшка. Моя лапочка. А вот она мне какой вчера подарила Рамулька фотографию. Мне так она нравится, эта фотография. Рамулек доктор. А здесь бабуля у нас в костюме Санта-Клауса, да? Приношу, раздаю хорошее настроение. Так здорово. Запах обалденный. Ой, хозяюшка. Да, я уже чувствую я запах. Я уже хочу. Я уже тоже. Ох, салатик. Слушай, и свежий огурчик здесь в тему, да? Да. А красный перчик ты забыла сказать? По-моему, я говорила. Говорила? Вот это он такой. Буквально половиночку взяли. Немножечко. Мы сейчас попробуем. А зеленушки сюда, укроп, петрушка нужна? Нет? Ну, это на любителя. Я думаю, что мы положим. Да, я думаю, что оно даст. Давай там в холодильнике покрошим. Может быть, потом уже? Ну, давай. Настоится? Питается. Да, да, пока эта фунчоза должна остыть. Да. Давай, мы сейчас подсосим. Ой, ну мы такие молодцы. Да. Алина, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Ты моя девочка. Моя лапочка. Вот так она да, выглядит. Угу. Да, ну как, Ром? Здорово? Здорово. Вот такой у нас салатик вкусный. Будет через. Друзья мои, всем добрый вечер! У нас сегодня праздничное застолье. Мы сегодня празднуем рождественский сочельник. Посмотрите, какой мы сегодня салат приготовили, греческий, очень вкусный. В составе огурцы, помидоры, маслины, салат, перец. В общем, вкуснотища. Потом мы решили, это у нас внук решил, мы хотели другое блюдо приготовить, но ему очень сильно захотелось курочку. Вот мы сделали ему такую курочку с бантиками. Вот, прям очень аппетитно выглядит, очень вкусно выглядит. Ну вот, собственно, в домашней обстановке. Вот так мы спокойно, тихо, мирно сейчас посидим с доченькой и с внучком. Отметим праздник. А завтра я уже их провожаю. У меня завтра такой вот день провожательный. Конечно, я очень грущу о том, что так быстро выходные дни все пролетели. Но надо работать, надо делать дальше дела. И за каждым расставанием будет встреча. Да, доченька? Конечно. Да. Вот так, друзья. Я вам всем желаю добра. Я вам всем желаю теплой, комфортной домашней обстановки. Ну и до новых встреч, мои хорошие. Пока.